И всем привет! Сегодня мы играем в Motor Depot, и у нас на обзоре вот такой крутой автобусик. Под прошлым видео набралось куча лайков, куча просмотров, так что все, снимаем следующий ролик. У нас куча машин, но сегодня мы этот автобусик обозреваем. Говорите, какие тачки обозревают потом. Но выйдет сразу сегодня. Ну, короче, в эту неделю будет выходить довольно достаточно видео по Motor Depot. Все-таки обозреем вот такую машинку. Так, что еще не обозревали? Ну, это. И вот эту, в общем. Так что автобус, еще две тачечки. А мы начинаем. Ну, поехали. Так, сбоку вот листочек нажимаем и автобус по маршруту. Все, нажимаем маршрут. Можно ехать. Поедем от первого лица. Ох, давно я в Motor Depot не играл. С выхода последнего видео я в него вообще не играл. Вот, рассмотрите его. Можно в салоне посмотреть. Кстати, пассажиры в салоне отображаются. Сейчас доедем только до них. Ну все. Едем. Как сказать? Пик-пик. Так, все, повернули. Выезжаем дальше. Мы поедем по Краснобору, ну и там вот уже дальше все остальные деревни идут. Автобус старенький. Реальная жизнь, Motor Depot тоже будет. Скоро уже, очень скоро. Хочу просто снять еще другие игры какие-нибудь. Ну, потому что один Motor Depot, это что? Скажите, какие игры снимать? Я скачаю, сниму. Просто в комментариях напишите. Окей. Ну, может, хочу еще снимать иногда игру такую World of Tanks Blitz. Кто знает, пишем в комментариях. Ну, я, наверное, сниму одно видео. Ангар свой покажу. Рубрику хочу такую снимать в танках, кто знает эту игру. Ну, ладно, сниму одно видео, посмотрим на просмотры. А тем временем мы уже почти доехали. Кстати, вот я заметил, Motor Depot вам как нравится. Потому что за несколько дней 70 просмотров, ну за 2 недели. Это очень хорошо. Если вы будете проявлять такую активность, то, конечно же, я буду снимать больше Motor Depot. Разное всякое. Покажу вам мультиплеер, может. Не знаю. Ну, вы сами увидите. Не знаю, что мы там. Сколько у нас денег? Так, 85 тысяч, нормально. И вот тут самое интересное, что деньги дают после всего маршрута. Именно когда я вот уже в последнюю деревню заеду, пассажиров разгружу, то дадут. Смотрите. Пусто, да? Дверь открылась. И у нас внутри... Та-дам! Люди. Замечательно. Так. Все, выехали. Поехали. Продрифтовал, дрифтует Жигули там. Видели? Я тоже видел. Все, следующая деревня Пертуры, потом Юмшова и Кормукова, да? Да, Пертуры, Юмшова, Елси, Кормукова, 10 тысяч. Скоро уже должно быть глобальное обновление, очень жду, все ждем. Пик-пик ему. Так, бензин есть, скорость есть, температура есть, масло есть, все, едем. Вообще автобус хорошая машина, максимальная скорость 80. Больше 80 не набирал. Ну, может, 90 может иногда и поехать. А так в среднем он 80 едет. Поворот, левость. Ну, не неуклюжий. Довольно хорошо поворачивает.
вы это видели. Просто миллиметр. Я торможу, он что-то не тормозит. Тормозит он, конечно, не очень. Да нет, нормально, просто не на ту кнопку жму. Не на ту кнопку нажал, чтобы затормозить. Ой, это он заглох. Колеса мне нравятся на этом автобусе. Посмотрите. Как настоящие. Графика в этой игре очень хорошая уж. Все пертуры. Вау. Все, выезжаем. Так. И вперед. Следующий город, это Емшо, потом Елса, а там Корнуково. На Емшо Елса вот долго ехать. А, ну, там еще и машина есть, молоковоз же. Мне тоже можно обзор сделать, что ли. Но остальные дело. Я не делал на газончик. С этой. С грузовиком такой. Ну, это типа газельки, только там чуть больше груза вмещается. Но он медленнее. Вот, вот на него. Вот на эту машину я не делал обзор. Ну, там чуть, ну, просто в него чуть-чуть больше, чем в газельку помещается. Если будут посторонние звуки, ничего, ладно. Это у меня просто так. Может шипение быть. Надеюсь, не будет. Ну просто с телефона трудно снимать. Ты чё было? Так, ладно. Давайте хотя бы так. Это что-то было. Только я не знаю, что это было. Ладно, едем дальше. Как будто этого не было. Но я думала, остановка в конце города, а не в середине. Аккуратненько. Выезжу. Блин, плохая дорога здесь очень. Вообще, ужас. Вот смотрите. Вот настоящие русские дороги. Это по правде. Может, игра в World of Tanks вам тоже понравится. Но это посмотрим уже. В эту неделю видео, наверное, довольно частенько выходить. Потому что каникулы у нас в школе. Вот так. Вот яма. Вот здесь молоковоз можно загружать. Потом покажу вам, наверное. На нем. Ну там немного платят вообще. Не очень. Машина, конечно. Медленная, платят немного. Ну, да, красиво. Прикольно. Так. Что, нам уже скоро поворачивать? О, поворот наш. Ох. Ой, кочки какие. Если будут штуки вот такие, вот это случайно происходит. Так. Ну вот уже опять по ямам едем. Ох, трясется. Тихо-тихо, держись. Так, все правильно видим. Опа. Опа.
Жалко, что зеркала не сделали. Я бы хотел. Так, едем. Это видео, наверное, уже выйдет в среду. Может, сейчас я во вторник его снимаю. Оно выйдет в среду, наверное, точно. Потому что так как-то. Тыщема. В общем, автобус — это довольно интересная работа. Ну, конечно, не такая веселая, как все остальные. Но зато можно попикать, помигать, разогнаться. Сейчас как разгонимся. Сейчас как полетим. Все остановки сейчас. Йоу! Кто так тоже может? Отправляйте. Вот кто же, кто сможет так же развернуться? Это я про. На следующей остановке от вот этого лица покажу. Все, давайте так, поедем пока. Вот это я круто развернулся. Вот автобусик. Фары там всякие. Тыщ. Вообще хорошая игра. И стоит совсем ничего. Вот, кстати, у меня есть одна игра интересная. Если вы хотите, чтобы я снял на нее обзор, наберем 3 лайка. Тогда я сниму обзор на игру, которая стоит 80 рублей, которая у меня есть. Да, я вам не скажу, какая она, но я сниму обзор, если вы наберете 3 лайка под этой серией. Я буду очень приятен. А мы ставим лайки, жмем на колокольчик. Ну, чтобы нажать на колокольчик, надо подписаться на канал. Так что подписываемся, жмякаем на колокольчики, чтобы не пропускать самых интересных видео от моего канала. Потому что у меня все видео интересны. Вот, смотрите, сейчас мы разгонимся. И сейчас я как развернусь. Кыш. Так, вы мне немножечко мешаете, ладно? Вот так. Чуть-чуть криво залетел. Ну ладно. О, РП. Было 85, теперь 95. Ну и на такой... Ой. Вот, смотрите, подождите. Все, пассажиров я отвез. В магазин надо заехать. Ну и на такой прекрасной ноте мы... с вами прощаемся. Всем удачи, всем пока и играйте только в хорошие игры.